Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Моя проблема в том, что дочка 6 месяцев узнала, что беременна. Муж говорит, не потянем, у меня шок. И вообще, если оставлю, то только для себя. Живем в однокомнатной квартире, завтра записано, как мне быть психологически тяжело. Записано, я так понимаю, к врачу. Так? Вот. Вы спрашиваете, как вам быть. Как вам быть, чтобы что? Ну, давайте как-то определимся с целью, да? Это первое. Второе. Причина, по которой вам сейчас так нелегко, заключается в наличии разрыва между тем, что вы делаете, и тем, что вы хотите, тем, что вы ожидаете. Вот. Это очень важный момент, потому что те состояния или то состояние, которое вы описываете, стало возможным благодаря вашим действиям. Я вас ни в коем случае не обвиняю. Я хочу, чтобы вы в своем сознании, в своем восприятии мира, реальности, людей, себя, совместили то, что вы делаете, и последствия. Понимаете? Пока что этого не происходит у вас. Ну вот. На данный момент не происходит. И естественно, из-за этого вы вот как бы в шоке. Понимаете? Поэтому это первое, на что нужно обратить внимание. Второе. На что нужно обратить внимание. Я бы сказал, что на то, чтобы поговорить с вашим мужем, в том числе, вот, и прийти к какому-то общему решению. То, что произошло, и реакция, да, вашего мужа в целом на ситуацию, говорит о чем? Говорит в первую очередь о том, скорее всего, что вы с ним, ну вот, со своим мужем, ну вот, я бы не сказал, что как-то хорошо друг друга понимать. То есть, я бы сказал, что это следствие расхождения как бы вот между вами, между
вашими позициями, так скажем. И на это, как мне кажется, нужно обратить вам свое внимание. В первую очередь. Дальше уже можно будет смотреть. Следующее. Конечно, это травма. Ну, для вас. И те чувства, которые у вас сейчас есть, необходимо прожить. Ну, понимаете, да, вам желательно вот свои чувства прожить. Лучше всего это сделать с психологом. А если ваш муж считает, скажем так, проблемой то, что происходит сейчас между вам и с вами, то вам уже я бы рекомендовал вместе с мужем обратиться к психологу. Понимаешь, да? Поработать. Разобраться. Лучше понять друг друга и решить, что делать дальше. Поэтому я думаю так. Ну и конечно, вот глобально это вот этот момент, связанный со сведением того, что вы хотите, и того, что происходит в реальном мире, к общему знаменателю. Потому что сейчас есть ощущение, что это расходится. Действия одни, как бы ожидания другие, ну, реальность третья. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Всего доброго.